купила машину, мы взорвались, потом мне его спинку ударил. Не, она просто бегала за мной, и там Даня появился ниоткуда. Мы с ним вместе академку проходили. Только я ничего не делала, а Даня делал. Даня впахивал как конь, ну это же за просто. Ну я тоже в академии ничего не делал, кроме того, как перебивал академик. Хотя бы сколько у нас лекции. Жалко Даню. В натуре. Какая лекция? Почему я должна это делать? Туда этого бомжа чисто. Опа, велик это мой. А велик это мой. Не-не-не, брат, не-не, ты пролетаешь сегодня. Ах ты, черть. Стой. Лежать. Типа нахуй. Добей, пожалуйста, Даня. У него 40 хп, чувак. 39. А не меня добить, а этого полудурка малого на велике, кто разбил тебя. О, открывай. Рот. Кого его вяжем-то? А, они там сами. Опа! Дань, поехали. Дань, поехали. Либо Катя, либо Дань. Это для этих привезли. Вообще нормально. Похеру, поехали. Это для них привезли. Да поехали уже. Прекрати, Боди. Это не по-человечески. Кто? Кто человек? Кто? Андрей человек? Ну сейчас уже будет не человеком. Столбы сбивает, есть. Падаль. Опа, опа. Опа. А, в смысле? Понял. Аля. Стой. Опа. Оп. Где этот же дебил фрапсит слева от меня? Тут же дал он просто фрапсит конченый. Даня. Скрин. Скрин. А, ой, это что за анимка? Это что за анимка? А, это что такое? Ля. Полудурок дырявый. На Андрея чит. Убьёшь же, да, он? Ну убьёшь. Опа, а у вас нет аптечки. Ха-ха. Спасибо, брат. Юса, друг, сади. Посмотри. Насмотрелся. Это сидит, все равно ржет. С чего ты ржет? Не надо. Спасибо, брат. Тоже очень люблю. Кто из вас написал то, что у меня там голова болит, твоя боль? Все. Кто-то писал, болит? Да. Да. Да я денег. Когда был в Горьке, когда кто-то так писал, я его проклинал все время. Да надо мне две печати. Тут НСС нету, Катя своя, все. Мы в Сампе как бы, тут все, у всех уровень развития ниже 6 класса. Неправильно. Давай, не начинай. Блять, ну а кто придумал поставить посреди огорода суперстул? Йо. Вот уже перешел, радуй жизнь. Чувак, мы тебя просто перевели, потому что тебе родители заплатили 300 рублей. И так, это тоже уже в 9-м, знаешь ли. Ну, потому что родители заплатили не 300, а 350 рублей. Мне перевели через класс чисто. Ты сидит, заливается, чтоб первоклассница. Ржом бы словила. Ну, теория. Как говорил мой друг в 5-м классе, смешинку поймала, проглотила точнее. Натуре.
23, 20. Скоро РПшка какая-то глобальная будет. Нет. Я пошел в 10-й, хочу сдохнуть. Ну, я да, просто из первого класса знал, что в 10-й идти, это лучше не идти. Я в 9-й иду просто, и все. Шарага топ. Спрашивал. В смысле, когда спрашивал? Не, я тебе говорю, я уйду после 9-го просто потому, что я понимаю, какой, ну, это полный дебилизм, типа, в 11-й смысл. Тем более в моей-то школе просто сидишь, гниешь там за этой партой. Так ты гниешь в новом заведении для себя, так ты гниешь в старом. Школа — это токсичное место. Там учатся только придурки. Не, серьезно, ты вот пожалел, что ты пошел в 10-й, не? Да, англичанин. Да, Аня. Пожалел, что ты пошел в 10 класс или нет? А да, Аня была в 10-м? Нет, в первом. А, понял. В 9-м? Ну, а... В смысле, чё? Он в 9-м сейчас, походу. Да не, он в 10-м. А в чём тогда? Так тебе, ну вообще, ты сейчас... Ну, ты сейчас в каком классе? Пожалел, когда пошел. О, вижу, сейчас в 10-м, да? Пожалел, когда пошел. Мне в садике тоже никогда не нравилось. Такая блевотина была и просто всегда будет. Фу, как вспоминаю, это такая тюрьма просто. Шакала, шакалева, расстрел. Так точно. Так и обучают в Украине. Ну, а в 10-м, типа, о чем ты... Было весело. Чисто я кого-то, ну... Даня останется, когда. Катя, ты на кого учишься? Екатерина Мудара. Я? Чтоб ты понимал, вообще спать не мог. То есть, ну... Я мне... на бухгалтера. Мне было просто противно спать в той кровати, понимаешь? Я засыпал и чувствовал, мне будто я там сейчас... подохну. Я просто смотрел, как они там спят, эти все остальные, и думал, вы чё, дебилы? Вы куда спите, ребят? А я спал. Да, да, у нас чисто унизили вам же. Спать, урод. Ты чего наделал? Спасть, урод, да, спасть. Спасть. Бодя, как дела? Бодя! Я клавиши путаю, чё? Как дела? Я ещё прицелил сам. Да, отлично. Ну всё, встаньте около меня, меня сейчас смотрите. Раз, два, три. Сейчас здесь нет. Спокойной ночи. Две минуты где-то, короче, ждём. Тебя снимут наконец-то? Да. Спокойной ночи, Катя. Стойте, я хочу, чтобы это увидели. Ну что там видеть, если просто снимут, потом он ворот обратно инвайтит, и все. Никто не инвайтит меня. Что ж, мы окончания не знаем, или что? Нет. Что ж, мы начальника НС не знаем? Нет, начальник НС тут ни при чем. Тем более, он же меня левал, обратно не приглашал, Андрея. Стоп, Катя, это то, из-за чего сегодня было? Из-за чего? Пока, Катя. По поводу этого, Инферноса. Нет. Чё, на Инферно взяла без спроса? Да. Понял. Не, а чё, тебя серьёзно снимают, да? Да. Поздравляю, ты перестанешь быть рабом, как мы все, понимаешь? Тебя, ну... Вас за чё снимают? Ну всё. Ну вы видите, я написала, прошу уволить меня по собственному желанию, за охоту. Не, она сейчас там сидит, чистая улыбка до ушей, она такая, вот чем прикольнусь с этими дебилами. В смысле, прикольнёшься, я не прикалываюсь, я жду, пока Лёша мне даст ответ. Да он тебя не уволит. Вот я так думаю, как Андрей. Я написала же в рацию. И чё? Он инвайт, Кать, ой, этот, лявый, Кать. У меня не проплачено. Понимаю, 30 тысяч жалко. А там вообще-то заметить. Там за рубли. В смысле за рубли? Уже за рубли? Да, чувак, с года так с 17-го за рубли. Ой, я олд, получается. Смотри, ну я. Так, смена.
Так, решительность. 50 рублей целых, а у меня решительности нет ни в жизни, ни тут не будет. Тебя когда ливнут? Что? У меня РН ура заготовлена. Не знаю, я жду. У меня уже этот спамер заготовлен. Чисто ура. Машины поубирали. Катя, дай мне... Это он кому там говорит? Это кому он там пишет? Ты кому? Ты чё там пискнул? Алло? Алло, чё? Ты можешь там это пока всем премии выдать? Ты чё там этот? Ты чё? Проезжай давай. Проезжай, брат, ты чё? Проезжай, брат! Не-не, проезжай, проезжай. Мой скажи, да я сяду, скажи мой. Мой. Я сейчас вообще его загоню сюда. Не на... И буду кататься тут. Парковка для этого есть. Где? А парковка где? Ты по мне не катайся, эти не этот... Ты чё, асфальт ловко... Асфальт укладчик. Ну что, урода ФБР-то взял нас? Ля, приехал чисто молодой. Всё, прыгаю по брату. Это бомжа от меня, заберите, пожалуйста. Да, давай, давай, Андрей, давай, давай к нему ломиться, давай. Чувак, забери меня, ты просто красавчик. Я тебя просто поражаюсь. А, он резнул? Вот урод. Или ты взорвал ее? 23, 23. У меня чуть больше, 23. Где Даня? Где Даня? Где Даня? Даня! Где Даня? А Даня, ты где? А если меня Катя насилует? Или Андрей? Кто им поможет? Даня, ты где? Даня, ты чего? Ты где? Даня. И молчит. И самое главное, молчит, даже не пишет ничего. А, едешь? Давай, брат. 23, 23. Все. Ну почему у меня NVIDIA инспектор слетает? Че он такой урод? Так, Боди, ты загуглил, что такое Куби, не? Куби? А я примерно понимаю, что это, наверное, подсистема. Ну да, угадал. А, вот эта штучка такая прикольная. Да, такая похожая на... А моя выкинка, кажется, она была. И чё, как? Ты не пробовал, да? А, да. Это там, где еще и можно, короче, на шейку повесить, как свисток. Да, с таким вот чехольчиком, классно. Да, прикольно, чё. Ну, ты её пробовал, не? Ну да, ну я не люблю подсистемы, потому что они такое чувство, будто я курю мыло. Вот которое залил только что. Вот а, ты бы это поменял кое-что, ну точнее то, что ты да. Я и Джилу курил, Джилу тоже параша. Не, самый... если хочешь делать Джилу не параша, есть, короче, такая, ну понял, картридж. В нем такая заправочка, но он стоит 400 гривен, понял? Я понял, который именно не оригинальный, который ты сам можешь заправлять. Не-не-не-не-не! И вот разок такой, понял, и вылетаешь. А, понял. Сейчас это получается. Бошки, трава. СТГК. Так, астма, кота, ты шо? Не тормози. Что вы там говорите вообще? Да сюда. Да, как? Ты еще маленький. Да, ты такие дел маленький. Да. Слышишь, Рома, ты можешь, пожалуйста, подъехать по одному адресу в Сумах? А куда? А куда делать? Куда Катя делать? А? Куда подъехать? Богдан, скажи свой адрес на секунду. Сумы у Макдональдса встретимся, давай. У вас Сум? Сум, что ли? Да. А с какой области? Ой, области. Сумской. Сумской. Улица. Ну, улица тебе, давай у Макдональдса встретимся. У вас в Суму ходим Макдональдс? Да. Да, ты мне не подрежешь, у меня пин 29, чувак. Че, в натуре один Макдональдс? Да. Кстати, у тебя пинг такой хороший, ты мог на кетчере ловить, Богдан. Да, я знаю. Поэтому ловил. Так а какая улица? Хотя бы одну скажи. Кого? Да ты вообще не знаешь, где ты находишься. Я этот, под городом живу там, внизу. Под городом внизу? Иван Франковск. Да, нормально. Не, да давай Макдака встретимся, чё ты. Так а где я, не пойму.
В смысле? Ну, раз не могу найти. Или где? Кого? Ну, какая улица, ты можешь сказать хотя бы одну? Ну, Макдональдс, знаешь, где у нас? Ну, хера Макдональдс, знаю, улетел. Ну, давай там где? Спустим, скажем, так. А ну, подождите, я хочу посмотреть. Макдональдс в Сумах. Ну, там, я посралась. Ты интересно, мне... как... Ну, куда мне подъехать? А ну... Я не знаю. Богдан, скажи, пожалуйста, свой адрес, я хочу посмотреть на карте, как ты, ну, как твоя улица выглядит. Моя улица? Да. Ты ее не посмотришь просто потому, что нет. Потому что она есть, и ты ее просто сказать не хочешь. Ну, во-первых, да, во-вторых, там, типа, знаешь, вот это, типа, она, по-моему, ее крашила. Это село, чувак. Фу! Ладно, ну, в принципе, блин, мне не нравится Сумы, Харьков лучше. Мне тоже не нравится Сумы, Харьков, тоже... Что ты сказал? Я же говорю, мне тоже не нравится Сумы, Харьков тоже лучше. А, во-во-во, да. Боже, я просто логики не понимаю, автор рынка, почему я не могу дэмить? Почему? Чиха. Ты мне... Короче, подъезжайте к озеру Чиха, я сейчас там буду, ребят. Озеро Чиха? Или возле гуртожитку Сумду номер 3, я там... Нет, я возле сейчас вам скажу. Сам ты Сумду, это... Нет, сейчас, что вот тоже начинаю, должен быть. Ох, чё, на туре один Макдональдс на все Сумы? Короче, Богдан... Нет, подожди, где ты живёшь, чувак? Подожди, а ты... Тебя зовут Рома. Тебя зовут Рома, где ты обитаешь? Я в Лебедине живу. А, так это далеко, ты чё? 50 километров всего. Пешком пройдёшь? Я завтра там буду, Сума. Зачем? Зачем? Так, на права сдавать. Да? Но я завтра буду, короче, возле 7-й школы, подъезжай. 7-я школа? Где это вообще? Забей на картах. Это завтра буду тетрадку забирать, поэтому это подъезжай. Богдан, а ты вообще ну, можешь мне помнить? За подкуп, подкуп, подкуп. А где это подкуп? Какой этот номер? Номер кого? Субра, просто, просто Субраса и все. Да подкуп, я не понимаю, где он. Короче, ребят, давайте встретимся возле автодрома. Возле автодрома. Так, подходите, сидеть в школе. Я не могу найти ее. Боже, я угораю, а как? А где находится седьмая школа? Я на него наручники одел. Господи, боже. Чё, пацаны, бедолаги-то все, а? Сейчас, ради. Школа. А, вот, я возле пророка Ильянской церкви сейчас. Сейчас. Погоди. Продукты. Школа номер 25 нашел. Да какая ты нахер 20... Господи боже. На, чувак, ну просто, видишь, тут мое местоположение, да? И веди вот тут... Школа номер 1. Школа номер 7. Не, я сам хочу найти. Ты ее не найдешь никогда, в самой жопе находится. Она снизу, сверху? Улица Лыси Украинки. Она рядом с аэропортом Сумы или нет? Ты дебил? Полудурок. Так ты, я не пойму, где твоя улица, ты можешь сказать? Какая? Не, просто забей на Google картах, понимаешь, Сумская специализированная школа номер 7. Короче, 7-я школа. А, для даунов которая? Да, для аутистов. Я короче, на Заречном районе живу. Кто-то подъедет ко мне? Спать иди! Я не пойму, Бодя, это ты из Харькова или из Сум? Я из Сум. Не, по-другому. Ой, а, он другого. Из Харькова. Да я так понимаю, я Сум. Это крофлит, как будто бы из Сум всё-таки. Ну, я просто так, мозга как у сумчан. Я возле автосалона КамАЗ. Сейчас нахожусь. КамАЗ? Понял. Так, мы встретимся завтра, не? Да я не знаю. Да, скажу. Ладно, короче, я живу на улице... Где-то мой 12-й реальный. ФБР. Я живу на улице Римского Корсакова 38Б. Не, понимаю, так а ты типа этот, Ром. Ты нашел где седьмая школа? А сейчас, подожди, на Маврике летают. Ищу. Вернись на пару минут. А чё Бука не ставит? Я не понимаю, смотри. Вот Миша недавно был на восьмерке и поставили опять другого какого-то. Так потому что ты слабый лидер. Да в смысле слабый? В каком плане слабый? Да я рофлю, откуда я могу знать? Я вообще печенька. Я вообще не понимаю, он всех своих поставил. Я печенька, я не... А почему у меня пинг в дискорде 940, я не понял.
Не помню, 1000 был. Просто прикола не понимаю о Боке. Он говорит, кандидаты, кандидаты. Ну и какие кандидаты? Никто ничего не проходит, вообще никакой известности нет. Что кого ставят? Потому что Букасан не понимает, где он сейчас, что он делает и кто он. Так пусть ты доливается. Ха, натуря. Зимую школу нашел, давай поцелуй. С какой стороны? Прокоф. Это? Ты мне такие вопросы задаешь, когда я в селе то живу. Селе? В каком селе? Да, ё-моё, этот. Короче, знаешь, какой это? Это... Ааа, Дереночек, знаешь? Курский. Дереночек. Курский Дереночек, знаешь где? А, подожди, это, короче, возле ЖД вокзала, что ли? Подожди. Где? Не-не-не, это далеко оттуда. Короче, найдите место. Седьмая школа города Сумы. Или как? Ну да. Седьмая школа города Сумы. Короче, я тебе просто скрин дам и все. Не лагает этот телефон. Пока напишу. Пройдет куча времени. Я тебе сам напишу. Специализованная школа, я там только что выбил. Да, номер 7. Не нажал. Ну и чё, и чё, как тебе? Сумская школа... Понял. Матюшкина. Где это вообще? Да, тебе хорошо, да? Почта 11. Поликлиника 4. Стой, подожди, что-то похожее. Не, я просто сейчас посмотрю по карте, как она... ФБР украинцев. Чего? А, ну да. Наверное, пол состава ФБР украинцев. А это кто каже? Украинец. А, Миша, да. Щирый украинец. Ну ладно, я не щирый. Я просто дурачок. Алло. Алло. Я возле Александрии, вот сюда. Да ты иди спи. Ты нашел седьмую школу? Я нашел, но я не пойму, где это, какая это улица вообще. Хотя бы примерно. В ЛСИ Украинки. В ЛСИ Украинки. Я не знаю, где это. Как раз. А как тебе объяснить? Ты знаешь, где АТБ? Ковка. А, это вообще за Сумами. Я ушел. Я нашел. А, ну да, по факту да. Сумская специализированная школа номер 7. Это вообще в другую сторону. Это как выезжать с этого... с автовокзала где-то. Да? Ого, взял. Да. Я не знаю. Ух ты. Просто смотрю, что-то... А, вот, Лебедин. Вот, Лебедин, Ворозба, Песковка, Волки, Харьковщина. Боже, подожди, да куда тебе просто где это находится? Ну, я со своей стороны смотрю. Вот смотрю с твоей стороны. С твоей стороны, седьмая школа, это возле автовокзала. Плюс-минус автовокзал. Возле автовокзала. А-а-а, подожди, это не Белепинский шлях, не? Подожди. Ты в Лебединя получается. Да замуться будет, ты мешаешь. Ну смотри, если полностью так смотреть вниз, понял, от Сумы, и внизу там, понял, видно. Какое тут село? Волки, Песковка, Ворожба. Кого? И Лебедин там он. Внизу, короче, как смотришь. Внизу? Самый низ. Смотри, там где-то Лебедин будет. Угу. Низы, Низняя Сыроватка. Харьковщина, Корни. Смотри. Симоновка. Сейчас подожди. Харьковщина найди, а потом внизу прям найдешь. Песковка, а там Ворожба. Харьковщина. А я вообще на Воронеже. Я на Воронеже чисто. Понял. А, он Ворожес, ой, короче, Ворожба, смотри, Ступки, Бишкинь, и там Лебедин. Ой, я нашел Лебедин, А чё у вас там, пацаны, а у вас вообще есть этот Макдак, не? Нет. Вам к Макдаку 50 километров херячить? Ну да. Обосраться. Полчаса ехать всего лишь. Если так Макдаку пожрать там 5 минут. Смотри, чувак, вот ты сейчас на Google картах, да? Да.
Нажми, короче, поезд и веди Сумская специализованная. Сумская. Да я уже знаю, вот, она мне выбилась уже давно. Ага, и чё, и чё? И чё, и чё? Ну, говорю, это Белопольский шлях. А, ну, так по факту, да. Ну, так, а, я как раз там и буду завтра. Ты рад? Бежать. Ты рад? Ага. Ну, я тебе завтра, короче, дай мне свой номер, я тебе завтра позвоню. Дай завтра пощёчину Богдану от меня. Главное, чтоб ты роста меньше был. А с какой у тебя рост? 1.95 Не-не-не, Андрюх, Андрюх. Ну да, Богдан же, наверное, 2 метра сидит с таким голосом. Да не, врёшь, Макс, ты чё? Да ладно, 1.75 75? Я 1.75 Рома, это ты там что-то с микрофоном ешь его или что? У меня всё нормально, нет. Просто он стучит, наверное, об этот стол. Где встречаемся, возле Макдака? Я не знаю. Богдан, а ты сильно вообще мужчина? Чё? Сколько бы ты сейчас готов был просто вот заорать на всю квартиру? Я в доме живу. За 1 миллион А, ну в доме то ладно, уже не получится. Почему? Я заору. У меня голос. Сколько? А, за сколько? А сколько тебе лет, кстати? Мне 15. А, ну если уже по голосу что-то. Ну да, школьник чувствуется такое. Ну да, зато ростом как ты. Чисто, чисто Олег. Да, у Богдана, у меня рост 4 метра, если ты не знал. И вес 10 килограмм, да? Не, он говорил, у него 1.90 А чего такие высокие? Я даже помню. Уроды. Да не, у меня 1.75 Это, так а чё, сколько чего? Рост у тебя. Ну сколько листиков, сколько ты листиков хочешь? Давай, 200 рублей на киви. За 200 рублей на киви я сейчас... Так я лучше тогда завтра увидимся и посчитаю плюс-минус. Боди передам. Если он больше, чем рост 1.90 да просто не, чтобы я извинялся. Он 1.65 максимум. 1.75 ладно. Главное то, что Богдан человек хороший. 100% А? Говорю, ты 1.65 максимум. Натуре, а не может быть 1.65 Сейчас я скажу, блин. Можно я прочитаю, пожалуйста, комментарий к твоей школе, Богдан? Ну. Отвратительно. Есть некоторые особи, которые ищут, кому бы прикопаться среди учителей и заучей. Угадай, кто это писал! Андреев Херебнюк. Да, да, верь. За синие джинсы или другую одежду, подобную родом от... Улица Металлургию, Металлургию. Снаружи школа красива, внутри... Даже не понял, у меня в меткнижке написано, что я 1.70 Подожди, Богдан, у тебя типа внутри школа стрёмная? Внутри? Да. Ну, вот как психушка, понял, только детская. Там вот на стенах ласточки летают, кораблики плавают на зеленых стенах. Ну как ты челик с ником DMXTM написал школа норм. Подожди, стой, это. Врет. Нет, это не то. За Сумской кладовище, вот автовокзал. О, а там я учусь. На Сумской кладовище. Хотите скинуть, я сейчас живу. 11-я бурса, что ли? Кого? 11-я бурса, что ли? Не, на кладовище учусь. А, я учился в 11-й. А я на кладбище учился. А ты этот? Не, серьезно, чувак, если ты 1.75 то я тоже. Ты просто не видел. Ну, я около 1.75 Ну и я. Ты даже не скажешь, что мне 18 лет, я тебе говорю. Тебе 18? Да. Мне 18. Мне 15. Да ты он школьник, как ему? Да, я школьник. А ты меня просто в жизни не видел, Бодик. Ну мы же там встретимся, понял, короче, увидимся. Угу. Чё, в натуре увидитесь? А я даже фотку скину его. Хочешь? Капец, вы классные, ребят. Так Боря меня уже увидел. Видел. Да. Я могу показать, в какой я школе учился. Ты же меня видел, я Давид снимал. Ты же меня Давид же снимал. А может быть и видел. Короче, я скидывал сюда ссылку. Ты меня спрашивал за курточку. Что не помню. А, да. Вот, это моя школа. Чего страшного? В натуре. Это да, этого. Не. А, это моряк, извиняюсь. Короче, ага, вот Белопольский шлях, это получается направо. А, Карпатский район. Да? Да. Так я же тебе говорил, вот, я в Карпатском районе учусь, брат. Я живу возле Ашетбанка. Кого? Кто? Давай, бери руль, едь. Крынку. Ля, какой умный нарисовался тут, рак. Ужасное отношение к детям со стороны некоторых учителей, особенно учительница по укр литературе и моя. Ну, я, мне кажется, уволили что-то. Злые и орущие заучи посреди урока могут зайти и наорать. Ужасное с их состояние. Ага. Почему женский туалет в последней кабинке, а у тебя был с панорамным окном?
Вы чё совсем? Это, кстати, правда, чувак. А кто тебе комменты пишет, вообще не понимаю. А, это уставник. Так, внимание, читаю, Богдан, читаю. Оценено на 6 звезд. Много корпусов, хорошо продуманное обустройство, развлечение для школьников. Профессиональный подход. Это просто трехэтажная коробка. Внутри просто пустота, понял? Там типа как деревья растет, теперь там ни хера не растет. Я учусь в этой школе, классная школа. Ну понятно, Челик написал, через, учусь через Ю, понятно. Но ничего страшного. Я не учусь, большинство кабинетов отремонтировано. Одно из самых лучших учебных заведений Сумы Украины. Кого? Чего ты не прошел, дурак? Ты этот, глаза открой. Чувак, есть лучшая школа, но... Современная средняя школа номер 7. Здесь можно научиться всему. Знаешь, что вы там можете научиться? Продавать наркотики и бухать. Не понял. Вот это я не понял сейчас, Бодя, тебе 15 лет. Какие наркотики? Просто нас там в школе Лёха, обучают. Лёха, а что там Абока этот решает что-то долго насчет восьмерок там всяких? Хер вы знаете. А то я смотрю, что-то был Миша недавно восьмеркой, теперь какой-то Гуччи Бруклин. Это нормально? Это Абока решает, никто другой. Просто пацаны нашли мою школу, понял? И мы читают комментарии к школе. О, кинь, пожалуйста. Это он читает, это не я. А, чекайте. Стой. Давай посмотрим комментарий к моей школе. Да, конечно, у тебя, ты в Америке учишься. Англия. Америка, Англия, одно название, боже мой. Ой, блин, я такое пропустил сегодня, Чоля. Угу. Чоля. Суки, я это вырезал, блядь, несколько часов сидел, нахуй, я это проебал. Кстати, это ты на каком сервере делал? Что ты делал? Что именно? Алексей, ты что-то там занимался на сервере. А, я покажу чуть позже, зайду. Короче, я...